Поколение «Связующая нить». Под таким названием состоялся международный телемост «Беларусь-Алтай-Люберцы». Участники встречи поделились опытом патриотического воспитания молодежи, а также обсудили ряд актуальных тем. Наша съемочная группа наблюдала за общением участников телемоста. Сохранить память о трагических и героических событиях времен Великой Отечественной войны и передавать ее из поколения в поколение. Это главная цель телемоста, который объединил представителей администрации и молодежной общественности из белорусского города Лида, Шалабалихинского района Алтайского края и городского округа Люберцы. Дорогие друзья, дорогие наши побратимы, нам сегодня приятно в очередной раз встречаться в разных студиях для того, чтобы увидеть и посмотреть, что для тех людей, которые хотят быть вместе, ни преграда, ни расстояние, ни время. Очень хорошо и приятно, радостно, что те побратимские отношения, которые сложились у города Лида, Лидского района, с Алтайским краем, Шалабалихинским районом, с городом Люберцы, они только упрочняются и укрепляются. Искренне рады приветствовать всех участников этого телемоста, третьего по счету телемоста, которые уже стали привычны для нас с вами в рамках развития побратимских связей. Люберецкую делегацию представили сотрудники управления образованием и работы с молодежью, активисты движений «Волонтеры Подмосковья», «Юнармия», «Первые», «Молодежный парламент» и учащиеся кадетской школы. Участников телемоста поприветствовал глава городского округа Владимир Волков. В этом году мы с официальной делегацией посетили город Лида и, конечно же, узнали много нового, приобрели новых друзей. И эти связи, они для нас очень важны. Это связи, которые пронизаны такой невидимой исторической нитью, нитью, которую мы передаем, эту нить памяти, эту нить патриотизма передаем нашей молодежи. Для нас это не пустые слова. Участники телемоста презентовали свои патриотические проекты. Люберецкая делегация рассказала об акции «Лоскутки Победы». Этот проект зародился в городском округе и скоро он стартует в Алтайском крае. Богдан Колесников, Луиза Егезарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.